Почему он стал бить ее? Ну, он мне сказал, что она не хочет учить ничего. Вот это я вообще просто до сих пор еще прийти в себя не могу. Понятно. Но он долго ее бил? Ну, по-разному. То есть несколько дней? Да, просто попросил, чтобы вообще ее не трогал. Нормально, поспокойнее, чтобы домой уехал. Все, чтобы не лезло больше, и все, что видеть не хочу. Ну, как-то не останавливался или что? Не знаю, может, что-то употребляли, даже с бывшим мужем. Сначала меня побило, говорю, иди отсюда, как бы, все, не надо общаться. Но почему все-таки полицию не вызвали вовремя, скорую? Ну, просто даже сначала, как бы, сама даже испугалась. Все равно страх какой-то был вообще. Как бы я просила, чтобы это... Там нас были, я говорю, кто был, говорю, в гостях идите, пожалуйста, помогите. Только что вот не в адекватном состоянии были все.